Вот это! Как... Вот он выходит из... Вот это! Как такое возможно? Я же говорил, блин, они здесь существуют. Никто мне не верил. Смотри. Вот он выходит из тумана. Всем привет, друзья, подписчики, зрители, комментарщики. Ну что, пришло вам время показать уникальный подбор видеосюжетов. Да, друзья, вы не торопитесь, досмотрите до конца, ибо то, что вы сейчас узнаете, вы не поверите даже мне. Почему именно в необычном формате в Грузии происходят уникальные события? Вообще идет дилемма о том, что в Грузии происходят какие-то секретные и необычные моменты. Кстати, их называют НЛО. И уже говорят о том, что эти НЛО, скорее всего, даже не НЛО, а тайная секретная разработка. И вот вопрос, почему они появляются в Грузии? Нет, друзья, это не только в Грузии они появляются, но и появляются они везде. Поэтому мы, друзья, хотим вам показать уникальные кадры. Перед вами летающий дискообразный объект, который подлетел к автостоянкам автомобильным, где стояли множество машин. И что самое интересное происходит дальше? В этом необычном видеосюжете оператор, который стоит и снимает, целенаправленно направлен на эту необычную, вы знаете кого. И вот происходит уникальный момент. Машины начинают сигнализировать, то есть включается сигнализация и так далее, и люди все сбегают и смотрят нечто интересное. Да, друзья, это НЛО. Россия. Это видео уже набрало очень множество популярных своих хейтеров. Здесь, друзья, происходит уникальный момент. Помните, был один очень интересный ученый, и он открыл электромагнитные поля по всему миру. Они появлялись то в этом месте, то в другом, то в 10-м и 5-м. И вот он решил доказать о том, что эти поля появляются неспроста. Их кто-то создает. И одним моментом он увидел своими глазами нечто похожее на квадрат. Да, их называют объектами НЛО. И здесь, друзья, он начинает видеть то, что никогда не мог представить. Почему в Бермудских островах называют треугольник? Почему в Африке есть необычная пустыня, там также происходят уникальные магнитные поля? И это, друзья, не постоянно. И вот как раз в этом месте, который заснял подписчик или зритель, заснял то, что называется магнитные поля. Множество людей, конечно, не будут считаться о том, что это правда или неправда, но они видят уникальный момент, который вы сейчас, друзья, заметили. Это необычный летающий объект, который создает магнитные поля. И это еще не все. Вот еще очень интересный момент, который, друзья, у нас есть. Это в России было заснято также зимой. И вот момент, который вы хотите узнать, увидеть, это, друзья, нечто необычное. Люди, которые, конечно, ссылаются о том, что это фейк, неправда или что-то еще, часто путают. Путают о том, что это, друзья, может быть реальностью. Реальностью, которая нас просто окутывает. Но все-таки есть моменты, которые вы должны знать. Подписчики часто присылают уникальные видеосюжеты, и они, рассказывая какие-то необычные дела, видят что-то происходящее. Это что-то происходящее вы видите прямо сейчас, друзья. Это необычный момент. Конечно, люди, которые сталкиваются с такими ужасающими делами, часто могут сказать, что это фейк. Но это, друзья, есть необычный момент. Вообще, как утверждают, это сверхсекретная разработка. Но опять же, у нас нет данных, у нас нет доказательств того, что это реально. Поэтому множество из нас
которые люди сталкиваются, видят в необычном формате, это видео. Я понимаю, что множество людей, которые видят что-то наподобие, но не верят. И это, друзья, их ошибка. На самом деле, вокруг нас происходят уникальные дела. И то, что мы с вами видим, это уже не первый случай. Италия. Вот тут самый интересный момент, который я хочу вам показать. Как вы думаете, что это? Не торопитесь. Это нечто интересное, но очень опасно. Перед вами сверхсекретный объект. И этот объект, друзья, не просто появился, а потом исчез именно в облаках. Множество, конечно, людей наших будут, наверное, говорить о том, что это какой-то 3D-монтаж, фейк и так далее. Но на самом деле, друзья, это не первый видеосюжет, да и не последний. Вообще есть множество интересных дилемм, которые мы с вами сейчас видим. Это видео, которое набирает огромный оборот, они не понимают, что здесь вообще происходит. Но, как утверждают множество данных, это, друзья, армада именно инопланетных кораблей. Но на самом деле, думайте сами. Мое дело маленькое показать те моменты, которые я хотел до этого вам и рассказать. Но не торопитесь дальше, друзья. Дальше еще интереснее. Есть множество моментов, которые настигают и наступают на нас. Множество наших подписчиков и зрителей, не понимая о том, что происходит, и не понимая о том, что будет происходить дальше, это, друзья, уже не первый случай. Но почему они появляются? Вопрос очень исторический. Есть множество взаимосвязанных целей, которые, скорее всего, от нас будет скрывать правительство. Ну, целенаправленно. Нет, не пугай, друзья, а наоборот. Показывать те ситуации, которые, чтобы вы не понимали, да и не принимали их всерьез. Это необычный момент, который начинается сегодня. Это, друзья, необычный формат в будущем. Кто их создает? Давайте подумаем. Правительство? Частная компания? Или что-то еще? Мы увидим нечто похожее. Вот, посмотрите, это два военных, которые идут в этот пригород. И это, друзья, летающий объект, который находится рядом с ними. Им не интересно, что с ними будет. Да им даже не страшно. Поэтому они идут спокойно, ничего не думая. И идут так, что, друзья, это необычный формат, который вас может напугать и вас может заинтересовать, происходит уникальными видеосюжетами. Но это еще не все. В общем, ставьте лайк, друзья, подписывайтесь, комментируйте, наслаждайтесь интересными видеосюжетами. Ну а то, что я хотел вам показать, я показал. Не забывайте, друзья, меня комментировать обязательно в моих интересных видеосюжетах. Всем хорошего настроения и всем, друзья, пока-пока.